все дворы, все улицы заставлены автомобилями. Ну что, мам, пойдем купаться? Да, пойдем. Пошли. И даже еще сувениры продают. Что ж, мы наконец-то добрались до города. Сейчас будем гулять, показывать вам Анапу. Находимся на улице Гребенской и прямо выйдем к морю черному, к какому-то из пляжей. Кстати, я вот заметила, что очень много зелени, да, здесь. Нам за что и нравится Анапа, за то, что здесь посажены хвойные деревья. И даже вот если уже поздняя осень и все листья опали, то ты наслаждаешься вот этими зелеными красками хвои. Машина очень много. Мы сейчас идем гуляем по улице, и знаете, что удивительно? Одни пенсионеры. Угу. Просто тут как будто одни пенсионеры живут. Так, кстати, их много, так удивительно. Да. Идешь, смотришь, нет, там дети, да, шли, там, или семья с детьми. Прям одни женщины пожилые, их очень много здесь. Как будто они сюда приезжают отдыхать. Пальмы, смотри, какая красота. Вот это, да, вот это хорошо, конечно, что ухоженно все. Ага. Следят, ухаживают. Ну да, службы стараются. Облагораживают все. Жемчужина. Да, 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 да. Хотя вот вроде думаешь, да, уже на улице холодно так, а все красиво, да, так вокруг. Вообще. Еще заметь, солнышко вышло, да. Настроение сразу поднимается. Ну, здесь у нас солнечные дни, это ведь больше все-таки. Ну, конечно. Считай, и погода хорошая, все равно радует. Угу. Все-таки температура вот плюс 14, а если номер ночью было там плюс 8, да, это же вообще хорошо. Да, дождь комфортно. Сейчас, да, дождик сейчас прошел, сейчас трава зеленая. Вон какая зелененькая, покажи, какая трава зеленая. Ага. Вот, трава зеленая. Дождей-то вообще давно у нас не было. Угу. Сушь такая стояла. Поэтому сейчас прям улыбается травка. Да. Проклюнулась. Летом мы сюда вообще не любим ездить. Здесь тяжело очень. Не подъехать, машин много. Да, вообще негде машины поставить. Вообще все дворы, все улицы заставлены автомобилями. Потому что у города старая застройка, улицы маленькие. Город не предназначен для такого количества людей. Впрочем, как и Краснодар. Все опустело, конечно. Видите, все ларечки закрыты. Но не, ну Анапа еще живет, Анапа еще нормально. Всякие кафешки, бары, рестораны. Тут еще не закрыто. Тут, скорее всего, продавали какие-нибудь сувениры. Ну, может быть, да. А, не знаю, там, круги надувные. Это, понятное дело, уже не будет пользоваться спросом, поэтому закрывают. Хотя, вот смотри, по той стороне открыто. Что-то продают. Сейчас пройдем, посмотрим. Очень хорошо, что дорожка такая сделана к морю. Mm-hmm. Вот это хорошо, потому что сейчас прошли дожди, песок влажный, и это бы все приставало к ногам, и да, было бы некомфортно идти. А вот это хорошо, трапик такой сделан. Mm-hmm. Ой, смотри, как круто, на море мы, yeah. Ура! Ой, смотри, пирс такой, вот так, длинный в море. Туда сходим, можно сходить. Ага. И чайки плавают, куча чаек. А я знаю, что здесь еще бывают лебеди. Вот видишь, сколько людей, смотри, гуляют по пляжу. Вот это да. И погода хорошая. Кстати, ветра практически нет и очень тепло.
сейчас у вас у всех холодно, снег, вы можете кататься на лыжах. У нас такого нет. Но мы можем себе порадовать, приехать к морю, подышать морским воздухом. И вам передаем привет. Так что вот, прибудьтесь. Добрались мы до пирса. Посмотрите, сколько здесь рыбаков. Морская рыбалка. Это кто вообще? Это кто такой маленький, пушистый? Вот люди, кстати, кормят чаек. Чайки так звонко кричат. Ой, сколько их тут. Попрошайся, да? Разрешено. Ну что, мам, пойдем купаться? Да, пойдем. Пошли. Боязливые уточки какие-то вообще. И утки, и селезни. Им вот кто-то бросил кусочек хлеба, а мы подошли, и они сразу перестали его дербанить. Набережная практически пустая. Но люди все равно гуляют. Видите, даже еще сувениры продают. Потому что все равно еще в городе очень много тех, кто приехал отдыхать. Сейчас вот мы гуляли около моря. Все приходят, приносят с собой хлебушек, кормят птичек. И такая прям обстановка хорошая, так вот, какая-то как релакс какой-то, да, вот это кормление птиц, они тут голодят, так, ну хорошо. Ну, знаешь, курортный город, вот такая какая-то расслабленность, да, есть, да. Присутствует. Это видно, что люди отдыхающие приходят, муж, женой или пожилых, ну очень много вот именно пожилых людей, которые, видно, что они из санатория пришли подышать воздухом морским. Чё мышкуем? Чё делаем? А? Мы ещё играем. Смотрите, какие необычные лавки сделаны в виде карандашей. Карандаши? Да, карандашики. Ну и корабль с алыми парусами. О, тоже еще один анапский котейка. А здесь вид открывается на пристань, где стоят корабли, яхточки. Также можно вот здесь посмотреть вдаль в бинокль. Называется биноскоп. Сегодня, благо, хорошая видимость. И Анапа как на ладони, да? Вообще красота. Вот внизу тоже люди гуляют.
Ну что, Новый год без снега? Листья еще на деревьях на многих не опали. Как так? Анапа уже готова к Новому году.